Ну что, ребята, поехали. Бич, давай. До гиперпрыжка приманки 3, 2, 1, прыжок. Управляйте кораблями. Это наш шанс. Погнали. Десантным кораблям. Избегайте зоны поражения. Они на крючке. Начинаем. Мы собрались завалить тот корабль! И нам нужно на восток! А теперь пошли! Зачисти аванпост от АМС, чтобы техники могли удаленно подключиться к орудию. Делайте, что он сказал. Это бой на истребление. Мочите всех солдат АМС, которых встретите на своем пути, чтобы техники догнал. Они уходят в гиперпрыжок. Биш, надо уничтожить эти гипердвигатели. Сейчас. Готово. Вижу огонь. Избавляем темпа. Чтобы грохнуть стражи, нам нужно гораздо больше огневой мощи. Попадание. Мы там хорошо поработали. Так держать. Мы неплохо начали, но решающего перевеса еще не добились. Внимание! Всем перечисленным составам аванпостов
Триггер-хранители и Люцифер у нас включены. Соблюдайте осторожность. Главное, поработали, ребята. Мы сегодня завалим этот корабль. Готовность капитана через 15 минут. Как там наши дела? По мне так отлично, босс. Разворачиваю пушки для очередного залпа. Мы слишком близко к цели, чтобы все провалить. Еще выстрел, и стражу конец. Вы слышали? Завершите начатое. Почти завершена, но АМС не отстает. Держитесь! Эй, ваш титан готов. Вызывайте, когда нужно. Аванпосты! Страж падает! Пистарь по нему из всех калибров! Веду огонь, босс! Этого должно хватить! Триггер-хранители Эльсатрона отключены. Соблюдайте осторожность. Вот так! Страж уничтожен! Все молодцы! Пройдите еще раз по аванпостам, чтобы поганцы не свалили. Миш, это Маккаллан. Баркер на линии. Он ждет указаний, Мак. Отличный фейерверк, Мак. Похоже, это твоя фишка. Ты не верил, что у нас получится? Не, мне было фиолетово. Пора менять цвет, Баркер. Твоя очередь. Покажи Бишу, как проложить курс к кладбищу Левиафанов. Да ты издеваешься. Я же сказал, что туда больше не сунусь. Дружище, я понимаю твои чувства. В этом мире нам всем приходится лгать.